В деревню Колпаки многодетная семья Величко из Гуродно переселилась 9 лет назад. Поменяв благоустроенную городскую жизнь на сельскую, обжившись в новом для себя окружении, решили на этом не останавливаться. Стали приемными родителями. С тех пор звучат детские голоса в этом доме, не переставая. У нас своих 4 детей, 2 сыновей взрослых, вот здесь видно. Уже есть внуки у нас. Еще у нас через 16 лет родилось еще 2 детей. Вот Иван и Лиза, здесь они еще маленькие. И мы с мужем, и было у нас 2 приемных детей, вот до этих деток. Сегодня в семье 4 приемных детей. Но и о тех, кто воспитывался здесь раньше, тоже не забывают. Всегда ждут в гости. План у нас полосатой мамечки. Он вырос уже, мальчишка, почти 7 лет он у нас прожил. Сейчас вернулся к маме. Мама у него очень хорошая, восстановилась все. И к нам приезжает. Контактируем с Ванюшей, они с моим сыном лучшие друзья. Очень любят друг друга. Мой сын всегда говорит, это мой лучший друг и мой брат. Вот. Димочку у нас забрали. Мама тоже вышла, когда из тюрьмы. 2 годика ему было. Она не была лишена родительских прав, то она его вернула к себе. Их приемным детям повезло вдвойне. И в том, что попали сюда, и в том, что их родные родители смогли вернуться к нормальной жизни и вернуть себе детей. Но так бывает не всегда. И как сложится дальнейшая жизнь тех, кто сегодня живет в этом доме, пока никто не знает. Сейчас у нас за старшенькую дома Настя. Она у нас уже 5 лет. Вот, и думаю, будет хорошей мне помощницей в воспитании детей. Правда, Настя? Они еще маленькие. Вот. Еще девочки-двойняшки 2. Вот у нас красивые такие. Лена и Юля. Юлечка и Леночка. Сестрички. А это их братик Валера. Девочки 4 класс. По 9 лет ему, Валерия, сегодня как раз 7 лет. Все дети попали в этот дом в разное время. Настя – старожил. Живет здесь уже 5 лет из своих 13. Прекрасно помнит и как впервые узнала о новой семье, и как познакомилась с приемной мамой. Когда я еще была в приюте в Лойках, то мне подошла воспитательница, это была моя любимая воспитательница, и сказала, то, что я возьму эту приемную семью. Вначале мне как-то было очень даже... очень радостно, и был немножко страх. Когда я увидела этих родителей, я их сразу же полюбила. Они мне привезли много игрушек, сладостей. Но все же на то, чтобы назвать Валентину Александровну мамой, Насте понадобилось некоторое время. Когда меня забрали, я, конечно же, не сразу начала называть их мамами, папами. И даже когда я уезжала с приюта, я плакала. Не знаю почему, но я плакала. Но потом... мне кажется, что это были слезы счастья. Вот сейчас уже я 5 лет в этой семье, и мне здесь очень нравится. Здесь просто удивительные мама и папа, братики, сестрички, они такие добрые, будто я к ним, будто их родная сестра, они так ко мне относятся. И никогда не было упреков, то, что ты приемная. А вот сегодняшний именинник Валера со своими сестрами-двойняшками Леной и Юлей появились здесь совсем недавно. Всего лишь несколько месяцев назад впервые перешагнули порог нового для себя дома. Меня зовут Юля, мне 9 лет, а это моя сестра. Ей тоже 9 лет, мы близняшки, двойняшки. Когда мы были в приюте, то нам позвонила бабушка и сказала, что она соберет к нам. К бабушке. Но мы радовались, а потом она позвонила нам и сказала, что мы поедем в приемную семью. Сестры на себе испытали. Вместе и к переменам в жизни привыкать легче. Тем более, когда эти перемены к лучшему. Когда мы собирались ехать, то я так была счастлива, когда мы сюда приехали, то я немножко стеснялась, но мне здесь понравилось. Но мне здесь лучше нравится, чем в родном доме. А чем? Потому что мама здесь добрее. Интересно было, как они сразу на второй день буквально, как я их взяла, Юля, кто она, или Лена, да, спросила, а как мне вас нужно называть, кто-то из них? Я говорю, а как бы ты хотела, чтобы меня называть можно было? Она говорит, мама. Я говорю, значит, мама будете называть. И все, дети сразу стали называть, да? Первого дня. В новую семью дети влились легко и сразу, без всяких трудностей, как будто всю жизнь здесь и жили.
Но вот самой Валентине Александровне решение вновь взять семью приемных детей не далось легко. Я сначала отказывалась, что дома много больных, так скажем, ухаживать и за мамой надо, и муж тяжело болеет. Вот. Настя очень просила сестричку маленькую. Я как узнала, что девочки-двойняшки предлагают, она аж плакала, просила. И потом сама звонила в районо туда, просила, дайте нам двойняшек, девочек. Вот. И нам хотели только их двоих дать, а мальчика в другую семью. Ну и уже раз мы решились, то мы не стали разлучать деток, забрали всех троих. Как ты к нам приехал, брат Дима, и мама ему сказала, что нам опять предлагали близняшек. Я такая сразу, оп, близняшек, хочу близняшек. И пришла к маме, говорю, мама, ты точно не собираешься брать близняшек? Он сказал, ну я бы хотела, очень хотела их взять, но ты сама понимаешь, у нас очень трудно. Папа болеет, Лиза, я уже не в состоянии. Я говорила, я все буду делать, я все. Я буду даже готовить, стирать буду, я все буду делать, буду за ними ухаживать, уроки делать. Мама говорила, ну, не знаю, дадут ли нам еще, просто я уже столько раз отказывалась. Я решила рискнуть, позвонить сама. Ради того, чтобы в доме появились сестры, Настя развернула бурную деятельность. Звонила в районо, писала сообщения, пока, наконец-то, не добилась своего. И вот их привезли, но к тому времени я была в санатории, но когда я приехала, они так на меня налетели. Вообще, вот там мы с ними 100 лет знакомы, я там прям такой ангел, что они меня прям обожают. Я чуть с места не упала, прям на пороге на меня налетели. И мне так сразу, классно, вот это мои сестрички. Все свои обещания Настя, конечно же, сдержала. Во всем помогает маме, поддерживает сестричек. Да и комнату с ними делит с радостью. Нам выдали комнату, мы вам покажем. Это моя кровать, а это Ленина. И там у нас еще Настя спит. И мы там делаем уроки. Уроки – тема сложная. Не все дается девочкам легко и сразу. За каждую оценку ведется упорная борьба. Белмова у нас одинаково. Белорусская литература у меня больше. У меня 8, а у Лены 7. Оценки у Лены и Юли немного отличаются. То одна по успеваемости вырвется вперед, то другая. Дух соревнования в отношениях девочек, конечно же, присутствует. Но есть и другое. Они очень переживают друг за друга. Когда я... Ну, мне разбили очки, то мне было плохо видно, и, ну, мне стало все снижаться. Сначала она больше меня, ну, она сначала без ошибок писала, и, ну, немножко лучше меня. Но потом я ее перегнала, потому что у нее были очки разбиты. Зато с поведением у обеих сестричек в школе всегда все в порядке, только примерное. Хлопоты есть, где дети, там всегда хлопоты, не может быть без проблем. С учебой нам, конечно, трудно, но мы стараемся, по многу сидим. Вот. С Валерой мы решили еще на год продлить. Просто не было подготовки к школе, он не может тянуть пока программу, поэтому была медико-педагогическая комиссия, мы на следующий год пойдем в первый класс по новой. Я думаю, нам легче будет. А девчонки уже в 5-й класс, сложновато будет, но будем стараться. Тем более есть кого брать пример. Вот старшая сестра Лиза, отличница, умница, гордость семьи. Я сейчас живу в Гродно, тоже учусь в колледже бизнеса и права на 2-м курсе, на юриста. 3 года назад Лиза перенесла серьезную операцию. Изменились и планы на учебу, и взгляды на многое. Но только не ее отношение к приемным сестрам и братьям. Когда мама решила взять первого приемного ребенка, я помню, что мы с ней вместе ходили в приют посмотреть. Потому что я очень давно хотела сестричку. У меня 2 старших брата и Ванька младший. Я очень давно хотела сестренку себе. Ну, когда мы пошли, я помню, мы зашли в приют. Там было много детей, шумно было. Но когда нам провели в другую часть, там еще дети были на тихом часу и спали. Мы зашли в спальню, и нам показали мальчика. Сказали, что «Ой, он вам так в семью подойдет, посмотрите, даже если вы хотите девочку, ну вдруг». А я посмотрела на него, и сбоку он просто, ну, выглядел вылитый Ванька маленький. И я так посмотрела, говорю, «Мам, посмотри,
Это прям как будто мой еще один братик. И мы тогда решили сразу и взяли тогда Русланчика. Мечта Лизы о сестрах тоже сбылась. Теперь у нее их целых три. Через время, когда мы взяли Настю, у меня наконец-то появилась младшая сестра. Я там и учила ее чему-то там из бисера плести, там вязать, еще что-то. То я была, конечно, очень счастлива. А сейчас так у нас вообще дома шумно-шумно. Я редко приезжаю, потому что я по субботам учусь. Но когда приезжаю, и дети сразу на меня набегают, со всех сторон обступают. Это так здорово. Как встречают в этой семье своих родных, мы увидели, когда приехал Ваня. Ваня учится в Гродно, в 10 классе. Дома бывает лишь на выходных. И всегда вот так, с подарками. Слуга, Валера, и тебе день рождения, и тебе еще белую школу. Я привык так вот. Мне бывает, мама дает денежку на неделю покушать там что-нибудь. Я как бы стараюсь, ну, не всегда все тратить экономно. И, конечно, не каждый раз, чтобы не привыкали, но через раз получается, что да. Я жил с детства в окружении своей только одной сестры, потому что старшие братья были намного старше. Но это все продолжалось только до тех пор, пока мама с папой не решили взять приемного брата. Он был примерно моего возраста. Вначале, конечно, мы не ладили, потому что я сам был достаточно, так сказать, мелкий. Но потом сдружились. Сейчас ему, как и мне, 16 лет. Пусть мы сейчас в разных семьях, но мы до сих пор очень хорошие друзья. Я бы даже сказал, что лучшие. Благодаря родителям у Вани есть и брат-ровесник, и друг. Вместе с тем есть и наглядный пример того, как важно делать добро и как оно возвращается к людям. Я очень рад за то, что мама дала такой шанс детям вырасти в хорошей семье, что у них появилась такая возможность побыть в окружении, так сказать, ну, родном, как настоящей семьи. Я, конечно, очень рад этому, и я готов помочь родителям с этим. Ваня самый младший из родных детей в этой семье, но при этом может примерить на себя и роль самого старшего. Ведь по отношению к своим приемным братьям и сестрам он именно таким и является. Сегодня у нас праздничный день, потому что у Валеры первый день рождения именно в нашей семье. Ему исполнилось 7 лет, и мы вот по возможности, те, кто мог, собрались поздравить его. У нас будет праздничное блюдо. Торт, десерт будет сладкий и пицца. Конечно же, этот самый первый в его жизни семейный праздник, который за одним столом собрал столько родных и близких ему людей, Валера запомнит на всю жизнь. Кто мне хочет помогать? Все, да? Ну, давай, Настя, ты старшенькая. Сегодня именно он, Валера, главный герой дня, виновник торжества. Для него накрывается стол, режется пицца. Зажигаются свечи. Только в мультиках раньше такое и видел. А теперь все наяву. И это его новая жизнь. Все, молодец. О чем загадал Валера на свой день рождения, мы можем только догадываться. Главное, теперь для него все возможно. Когда живешь в окружении семьи, любые мечты могут стать реальностью. Лизе, Настя. Ведь семья как раз то место, где каждый находит и понимание, и поддержку, где все радуются, когда все хорошо, и вместе решают проблемы, когда они возникают. И детям, и взрослым нужна семья. Самое надежное и теплое место на земле. Очень хорошие ребятишки, послушные. Вот. Я даже скучаю, пока со школы придут. В этой семье у детей есть и мама, и папа, и сестры, и братья. Всегда вместе с ними и бабушка. Играем у лото. Читаем. Вот. С Валерой пишем. Помогаю. Каждый вносит свой вклад в семейные отношения. Когда все делается сообща, и проблем словно не бывало, есть только дела, и они решаемы. Дело в том, что я тоже из большой семьи, нас пятеро в семье. У меня два брата, две сестры. Вот. Поэтому ничего, нормально все. Вот. Справляемся. Ну, бывает, конечно, хулиганить иногда. Вот. И что ж мы берем с детского дома на выходные двоих, просто чтобы вот завтра они утром поедут, заберу их.
Поэтому у нас тут весело. Оказывается, одними лишь приемными детьми в семье Величко не ограничиваются. Завтра в доме станет еще многолюднее, еще веселее. Мы берем детей на патронат уже не первый год. Это в детском доме здесь, в Понемуне. Сейчас берем двоих мальчишек, брали еще девочку, она уже повзрослела немножечко. Вот завтра приезжают опять к нам на каникулы, на выходные. На лето, на целое в том году брали. И Валентина Александровна, и Анатолий Иосифович уверены, счастливыми дети могут вырасти только в семье. Никакой, даже самый лучший детский дом не заменит собой ни такие семейные посиделки, ни совместные хлопоты по хозяйству. Ребята помогают. Вот все выходные Валера и Ваня домик для собаки делали. Уже выставили, переселили в другое место его. Где дрова? Ну так, и дрова заготовка, и все такое. И когда сад, ну помогают. Баню затопить, то же самое. Так что должны мужики привыкать к мужскому труду. Живя в семье, дети всему учатся у старших. Непререкаемый авторитет для младших – брат Ваня. То, что он демонстрирует на турнике, вызывает уважение и желание повторить у каждого из младших. Не всегда, конечно, получается, но ведь главное – стараться. Озеро, рыбалка, вот такое. Турник для ребят, брусья, кольца, поэтому… Есть чем заняться. Волейбольная площадка нас территория позволяет. В деревне много возможностей для занятий спортом, для активного отдыха. Играя, дети познают мир, друг друга и себя. Кто на что гораст, у кого какие таланты и способности, здесь выявляется быстро и безошибочно. И самое главное, в этой семье дети понимают, кому они обязаны своим, наконец-то, сбывшимся счастливым детством, которого могло бы и не случиться, если бы однажды не попали в этот дом. Мне вот дорога очень книга, которую сделала Настя. Книга для моей мамы. Когда она была в санатории, скучала очень, видно. И здесь посвятила столько страниц, много. Здесь и она писала о нашей семье, и о том, как она меня любит. И стихи сочиняла, и дарила подарки мне, рисовала много чего тут. И красивую одежду, и вкусности. И благодарила за то, что чему она научилась, что спасибо за то, что всегда помогаешь, за то, что учишь чему-то там. Все-все. Ну, в общем, это надо читать. Такие подарки дорогого стоят, ведь их дарят от чистого сердца, от всей души. Готовят сюрпризом, долго, втайне от родителей, с надеждой, что все написанное те поймут, оценят и тоже будут благодарны. Мама, эту книгу дарю тебе. Я читала ее несколько раз, я прям читала и плакала. Понравилось мне очень еще, как она вот нашу семью все написала о семье, что наша семья как прайд. Один за всех и все за одного. А ведь это и есть то самое главное и ценное, что на себе почувствовали дети в этом доме. Главное, чтобы в будущем не забыли об этом. А еще, чтобы посчастливилось им пронести эти знания и эти чувства через всю их дальнейшую жизнь.